Всем привет! Меня зовут Ваня Терех, и я нахожусь на соревнованиях Welcome to Brest 2018. Сразу скажу, что соревнования очень крутые, они проходят в огромном спортивном манеже, тут куча всяких беговых дорожек, вот там ребята пробуют прыжки в высоту, вообще там есть такой мат, можно где-то попрыгать. В общем, атмосфера на соревнованиях очень крутая. Сегодня мы проводили одну неофициальную дисциплину, это была командная сборка вслепую. Смысл этой дисциплины в том, что участвуют сразу два человека, им дают один кубик разобранный, но у одного из них глаза закрыты повязкой, а второй, у которого глаза открыты, диктует первому, как собирать. Ну, сам он при этом, естественно, собирать его не может. Очень прикольная, необычная дисциплина. Мне нравится, что в этом участвует сразу два человека. Это уже какое-то командное соревнование. Я тоже участвую. Мы даже почти заняли первое место. Мы с Никитой Лойко собрали за 38 секунд, а первое было 37. Очень обидно. Одной секунды не хватило. Еще одним плюсом соревнований в этом манеже является то, что тут есть такие большие окна, через которые попадает солнечный свет, и ребятам очень удобно собирать при дневном освещении. Ну и, конечно, тут очень просторно, можно где-то походить, где-то присесть, вон там вообще огромные трибуны, садись где хочешь, отдыхай, расслабляйся, готовься. Но также у помещения есть минус, тут очень-очень жарко сейчас, на улице градусов 30, ну и тут на самом деле примерно так же, никакого кондиционирования, проветривания нету. И мы тут задыхаемся все. Еще организаторы придумали такую прикольную фишку. Время от времени они проводят розыгрыши, просто выбирают какого-то случайного человека из списка участников, и этот участник получает приз. Ну, просто какой-то сувенир соревнований, уже давали кружечки, может быть, еще что-то будет. Но если участника не оказывается на соревнованиях, он, естественно, приз не получает. Это, мне кажется, отличный стимул, чтобы люди не уходили с соревнований, оставались, по-разному помогали, как-то судить, скрамблить и так далее. Соревнования подошли к концу, сегодня на них было 69 человек, это рекорд для города Бреста, тут никогда таких больших соревнований не было. Лично я занял второе место за пирамидку, опередил меня Илья Назаров, национальный рекордсмен России, с ним было тяжеловато тягаться. В общем, соревнования мне понравились, все круто, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал, всем пока!